Жека, я в открытый океан упал. Курица не умеет плавать. Спаси меня, пожалуйста, Жека. Человек за бортом! Жека, кидай спасательный круг. Спасите! Спасите! Я вам C4 принес! Я вам C4 принес! Курочка C4 принесла! Да твою! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в нашу рубрику «Троллинг прятки в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики под нашими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. И уже по старой традиции, ребята, вы прекрасно знаете, что надо сейчас делать. Конечно же, ставить огромный палец вверх на наши два видоса. И давай наберем хотя бы по 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет новая серия. А я побежал, мне ни слова не говорит. Я говорю, если не наберет 15 тысяч лайков, и у тебя, и у меня, то ничего не выйдет. Ну это правда. Все, побежали. Все, побежали. В общем. А перед началом этого видоса, ребята, многие, наверное, я хотел бы немного объяснить, что у меня с рукой ничего страшного, то есть я просто бил татуху, и поэтому не надо ее обматывать. То есть не задавайтесь вопросом, Эдисон, а что у тебя с рукой? И перед этим, ребята, я в первую очередь хотел бы вас попросить лайки, это, конечно, все круто, но, ребята, не забывайте подписываться. Обязательно подписываться на мой канал под видосом, красная кнопочка подписаться, и, конечно же, нажмите на колокольчик, это, ребята, самое важное. Подписка! И я вас буду любить. Всю свою жизнь. Что за карта? Армия. Жека попадет в армию, станет мужиком. Хотя бы в Майнкрафте станет мужиком. Надо в жизни его ничего не исправить. Да. Я нашел очень даже крутой способ, где спрятаться. Я буду прятаться вот тут в катере. Да. И как Жека сможет меня найти? Сложно, довольно-таки сложно. Поэтому мне самому интересно, сможет ли Жека догадаться, как меня найти, уничтожив катер с помощью вот этого орудия. Подождите, вот так. Вот так стреляя. А поэтому, ребята, давайте мы сначала пойдем на карту к Жеке. Конечно же, его найдем за пару же секунд. Ладно, минут. И потом вернемся на мою карту. Поэтому погнали. Евгений! Я вас внимательно слушаю. Вы меня слушаете, да? Хорошо. Да. Это, конечно, все очень круто, то, что вы меня слушаете, но скажи, а где ты? Что это вообще за место? Эдисон, я эту карту вот назвал Билиберда и Крипер, который смотрит телевизор. Нормальное название, тебе нравится? Билиберда? Да, Билиберда. Потому что я не знаю, как назвать эту карту, поэтому я назвал ее так. Тебе нравится, да? Билиберда. Ну, Билиберда, да. В принципе, да, очень даже прикольно. Билиберда, мне нравится. Ну, так, давай, хорошо. ты меня ищи обязательно, потому что мне тут скучно. Я, естественно, то, что я тебя обязательно буду искать. Да, ну ты ищи. Ой, бег. Ты где там? Ну-ка, расскажи нам. Где я? Да, давай, расскажи. Да курицу убьют! Да, ладно. Хорошо. Ой, подожди. Да тут еще какие-то подвалы у тебя, какие-то... Эти подвалы, это вообще ужас какой-то. Там вообще такая жесть творится, на самом деле. Да, в подвалах, да? Да, в подвалах. Ух ты. Твою-то мать! Опасно, хорошо. Ну, в подвалах очень даже опасно, но я не хочу туда спускаться, Жека, в эти подвалы. Ой, Эдисон, да и не надо спускаться в эти подвалы, там вообще ничего хорошего нет. Так, а чё за паркур, а? Какой паркур? Никаких паркуров нет вообще. Чё за паркур с этими лестницами? Я туда не буду забираться, Жека. С чего ты взял, что какой-то паркур вообще? Какой паркур? Это паркур с одной лестницы, надо перепрыгнуть на другую лестницу. Да. Ну, я тут тоже попрыгаю. Не против? А, ты тоже? Да, я тоже хочу попрыгать. Прикольно. А тут ничего... А зачем я сюда нахрен забирался, если тут ничего нет? У меня такой вопрос. А ну даже не знаю, я даже не знаю. А зачем ты тогда построил вот это, раз ты не знаешь? Просто, я тебе говорю, это просто Билиберда и Крипер, да, который смотрит телевизор. Я согласен, на самом деле, Билиберда полнейшая. Так, хорошо. Да. Так, хорошо. Ну сюда я никак не смогу забраться. Сюда никак не смогу. А вот сюда. Да, ты прыгаешь, да, куда-то? Да, я прыгаю. Ты в кружке посмотри, там вообще есть. А как я в кружке? Значит, не надо смотреть. Так надо или не надо? Ты определись! Не знаю. Вообще, вот ничего не знаю, вот отупелось. Что за паркур, я не могу понять, Жек? Какие к черту паркуры? Ой, не знаю, что... Да давай, там я ищи, я сейчас приду, ты ищи. В смысле придешь? А где ты? Евгений, отвечай. Алло. Ара. Я захотел просто Крипера притащить. Это же какая-то Билиберда, не Крипер, который смотрит телевизор. Вот у меня Крипер тоже будет смотреть телевизор. Ничего не понял. Вот и не понимаете. По-русски разговаривай, по-русски.
Ну мы с Крипером будем наблюдать, как ты меня ищешь. А, да, Крипер? Да, Крипер говорит да. Это человек, который разговаривает с игрушкой, и игрушка ему что-то отвечает. Мне тебя жалко, Жека! Мне тебя очень жалко! Ой, Эдисон, мне тебя тоже жалко, я тебя тоже жалко, что ты меня ищешь. Нет, в лаве тебя нету, я уже понадеялся, потому что я в лаве тебя смогу найти. Так! Слышь, ты! Я слушаю вас внимательно, Эдисон. Слышь, ты! Прятальщик. Ну. Рассказывай историю свою. Историю рассказывай. Историю расскажи, где ты спрятался. Иди сюда, хочешь, я помогу мне найти? Да, давай, быстро. Не, вот ты прям хочешь, уверен, да, что хочешь, чтобы я тебе помог? Да, хочу. Вот ты прям точно говоришь. Прям на 100-500%. Ну все, сейчас приду, подожди. Ну я же тебе говорю, что я помогу тебе найти, я тебе помогу. Так, Эдисон, ну ты иди, прямо. Что, дурак? Ты попросил помочь? Уходи. Не нужна мне твоя помощь! Ну ладно. Эдисон, как успехи? Рассказывай. Дебил! Что я еще могу сказать? Я тебя даже переспросил, ты уверен, что тебе нужно помочь? Ну нет, я буду комнату нахрен закрывать. А если я тут голый записываю? Ой. Голый записывает. Вот, бывает и такое, страшная, да. Страшная правда. Как бы, подожди, почему я дома голый не могу походить? Ну не на видосе же, ну ты вообще уже. А какая разница, ну как бы на видосе я в майке, да, под столом, без трусов. На самом деле, ребята, он на самом деле голый. Я только что заходил, вообще ужас. Это у тебя там ужас, у меня там все нормально. Давай. Да я тебя ищу, конечно же, только я ни черта не вижу. Чё тащить? Куда тащить? Кого тащить? Кого тащить? Да не меня тащи. Да твою-то мать! Я полчаса на этот странный телевизор забирался, меня убили. Ой, телевизор вообще хорошая штука. Я ничего смешного не вижу на самом деле, Евгений. Да? Вообще ничего смешного не вижу. Ничего смешного. Матерь твою, да... Жека, ты меня заколебал. Эдисон, мне кажется. Тебе кажется, да? Мне кажется. Тебе что-то кажется. Я где-то, знаешь, где-то... Где? Где-то в земле. Какой к черту земле? Я только что там был, там никого нету. Да? Ну ладно, хорошо. Если у тебя там какие-то спрятанные... Если у тебя там какие-то спрятанные проходы, Жека... Никаких спрятанных проходов, там ничего нет, там как бы есть проходы, все. Ну как бы есть проход, в проходе ничего нету. Нет, почему есть? Эдисон, я тебе подсказку даю. Буль-б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 уль. Я тебе сейчас забулькаю нахрен. Я тебе сейчас забулькаю. Буль-буль-буль-буль. Подожди. А как ты хочешь, чтобы я туда допрыгнул? Куда? В кружку. Да нет, это не в кружку. Да ты не понимаешь, я тебе говорю, я под землей, а под землей есть буль-буль-буль. Да нету там никакого буль-буль-буль! Там есть буль-буль-буль! Там нету проходов буль-буль-буль! Эдисон, ну подсказка, как бы, смотри, она просто раскрывает меня. Под землей, там, где мышка, есть буль-буль-буль. Я тебе сейчас за буль-буль-буль-булькаю нафиг. Буль-буль-булькает он. А, все, я... А, я прошел карту, да, означает? Да, ты прошел, Эдисон, ты молодец. Что дальше? Паскуда! Так ты на... На тебя, дебила! На спавне он спрятался. Ой, Эдисон. Ну давай, иди прячься, ты молодец, Эдисон. Ты держался очень... Держался до последнего, да. Да, просто молодец, Эдисон. Посыпь. Давай. Нет, что искать. Ты что, дурак, да? Ты дурак? Нет. Отвечай! Кто тебе такое сказал? Так, я тут вижу танки. Это ты танки? В армию, щенок! Давай, ищи меня! В армии, нифига себе, тут армия такая неплохая такая. Ну, короче, По уставу разговаривать, мол, капитан начальник моё. Вижу какого-то НПС, который жопу... Нет! Разрешите доложить, капитан начальник! Вот так надо. Я понял. Так, хорошо. Так, ага. Не разрешаю замолчать. Параши мыть. Так, ты что тут, мины какие? Ты что, мне взорвать решил или что это такое? Спасибо, мне понравилось. А что это тут, секретный проход у меня открыл? Ну нифига себе.
И шо ну, там? Не, а не, подожди, не... А шо там такие? Хуахуа, а шо тут у нас? Давай, да, ты давай уё оттуда, уё! Тут, я, да, тут, там, тут там, я... там, там банкет. Тут яйцами, яйцами. Да. Яйцами. Тут, кажется, вот от взрыва пострадали мои яйца, они тут валяются. Твои яйца пострадали? Что-то, мне кажется, не только они. Не, мне жалко тебя и твою будущую жену. То, что они у тебя пострадали. Ты же меня взорвал. Нет, ты взорвал меня, а теперь ему жалко. То есть... А, то еще я виноват, да? Иди сюда, петуха, надо бал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 al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 
Не сфоткал, не сфоткал. Да подожди, тут понимаешь, проблема. Какая? Ага. Я буду стрелять. Ой. Не надо никуда стрелять. Я буду стрелять. За руль сяду. Не надо. Так, Евгений, докладывайте обстановку. Все чисто на фронте. На фронте, все чисто. Вижу какую-то синюю хрень. Какую синюю? Какую синюю хрень? Так, это единственные проблемы. Это единственные большие проблемы на самом-то деле. Да? Ты мне скажи, а вот NPC, они могут как бы сидеть в автомобилях? Ну, наверное. То есть я как-то их могу убить? Ну да. То есть, а как мне их убивать? Ну ты, я не знаю, но если там нету никаких NPC, значит нету. Так, ну ты подожди, я все проверю, я все... Да ёханый папай! За вертолёте! Я тебе дам подсказочку! Давай. Видишь, башня из Бэдрока. Бэдрок. Подожди. А, да, башня из Бэдрока, да. Из Бэдрока, тебе нужно на башню из Бэдрока. Вижу башню из Бэдрока, залезай на башню из Бэдрока. Прием, как прием, слышно. Да все прекрасно слышно на самом деле. Камрадки, я забираюсь на башню. Ага. Вижу Эдисона ПТС в Бэдроке. Это явно не ты. Бэдрок. Это явно не ты, потому что там многие в блоке почему-то так явно человек не может делать. Так, тут у нас есть... Прием, орол, я сейчас слышу, как слышно, прием. Где ты? Я на кирпичной башне, орол, я вижу ёкарный бабай, туды, куды? Откуда этот огонь? В смысле, я не понял? Это армия, щенок, тут поле битвы, какой огонь, тут везде огонь. Понимаешь? Я понял, кажется, откуда ведется огонь. Откуда? Орел, за такую с моря, орел! Какой огонь не могу понять? Я тут огонь с моря! Так, а что мне делать? А ты тогда... Я тебе дам подсказочку, Евгений, слушайте сюда. Вы не можете выбираться... За пределы карты. То есть я не могу вот так вот, да, прыгнуть? Нет. Тебя будет... Ты там сидишь, да? Где? Где я сижу? Где? А, хорошо, подожди. Хорошо, давай рассуждать. Хорошо. Давай, как ты по мне стрелял из корабля, если тебя там нет? Подожди, а ты не учитываешь то, что на карте еще есть истребитель, танк и вертолет? Ну я-то видел, откуда летят пули, я-то не дурак. Ты как раз таки дурак. Короче... Солдат, ну, правило для тебя, правило. Ты не можешь ТП-хаться, и ты не можешь убираться за пределы вот этой стенки. Вот этого заборчика. А я могу включать, да? Нет. То есть, ты пехнулся! Не, я тебя с армии, конечно, не выгоню, но парашу мыть заставлю. Ну, блин, это какая-то нечестная хрень. 5 нарядов в очереди! Понимаешь? То есть, я тебя нашел, а убивать мне тебя нельзя, да? А можно. То есть, тебя... А ты догадайся! То есть я могу обойти карту, правильно? Нет. Тебе с моей карты больше нельзя выходить. Подожди. А можно я прилечу к тебе? Нет. Вообще читерство запрещено, я просто к тебе выходить нельзя. Я тебе столько уже вариантов предложил, что мне, как мне так? Нет, не знаю. Ты догадайся, я тебе даю минутку, чтобы ты догадался, как меня убить. Как мне? Ты меня уже... Хотя почему? А ты меня не нашел, ты же меня не видел. Я тебя видел, ты с меня корабля ввелся. Солдат по-русски разговариваете. А может на корабле просто призрак? Ты же меня не видишь, понимаешь? Да, конечно. Ну хорошо, посмотри внимательно на корабль. Посмотри. Видишь то, что есть на корабле? Есть кто-то? Да, есть. Кто? Ты. Не, ну ты посмотри, ты внимательно посмотри. Есть какой-то... Есть ялик какой-то... Да, курица, которая двигает пулеметом. Какая курица? Нет никакой курицы. Да, конечно. Так, мистер Курица, я что-то не понял. Вы предали нашу армию, почему вы на меня не стреляете? Потому что это ты предатель. Ты шпион! Партизан! Хорошо, я тебе дам подсказочку, хорошо? Ты, придурок,
Находишься на военной базе. Нет, ну что, что я не придурок? Но это не точно. А, подожди, я знаю, ты мне не сказал одно правило. Блоки-то я могу... Нет, сказать, нельзя да? ничего. Ты ебошь выходить за пределы карт. Тебя вообще гемот... Я тебе дам подсказку, придурок! Никуда не надо стрелять! Ничего не надо... Никуда не надо стрелять! Да не надо стрелять, мой катер! Успокойся! Ну, я как бы... Вы у меня на мушке. Ой! Какой мушка? Перестрелка! Война, да какая война? Не нужна мне никакая война! Перегрелся вулкан М61А1! Огонь, огонь, огонь из всех орудий! Куда чё пи... Опа! Как я... Чё опа? Чё, ну я в тебя попал. Да? Не. Хорошо. Что-то как-то ты не умираешь. Что-то свой сраный катер как-то не хочет отъезжать. Так, все. А! Надо уезжать с этого проклятого места. Тут война просто в разгаре. Так, сейчас я уеду. Куда ты там поехал, падла? Да что-то не едет мой катер на самом деле. Да конечно, ты уже подохнешь, то я не могу понять. Да не едет! Жека, у меня топлива нет, Жека! Жека, спасай меня, у меня топлива нет, Жека! Нормально, просто... Жека, я в открытый океан упал, курица не умеет плавать, спаси меня, пожалуйста, Жека! А где ты, скажи? Я в океане, я на дне, Жека. Вот ты вылезешь, по тебя видел. Да я на дне, курица плавать не умеет! Спасите курицу, бедную курицу, спасите, яички вам снесу! Человек за бортом! Жека, кидай спасательный круг! Жека... Давай, плыви! Плыви, курочка, давай! Подожди! Ты главное, подожди! Нет, да. не так близко, курочка! Да в смысле не так близко? Все вот так! Спасите! Подождите, я вам C4 принес! Я молодец. Я вам C4 принес. Курочка C4 принесла. Да. Да твою! Стой, типа. Хотел убить, блин, да. Это нечестно. Это просто нечестно. Почему нечестно? Все честно. Ты какой-то нечестный. Все честно. В общем, ребят, на этом мы уже будем 100% заканчивать. В первую очередь, подписываться или лайки ставить, Евгений? Как... Мне кажется, нужно в первую очередь подписываться, но лайки, это вот если вы уже преданные подписчики, то нужно поставить лайки. Да, но в первую очередь, подписка! Писка! Это несложно, поэтому подписка. Писка! Потом, конечно же, лайки и наберем 15 лайков, и сразу же выйдет новая серия Троллинг Пряток. Вы же любите эту серию? Конечно, любим! Конечно, мы все любим! Да! Поэтому лайки, а мы будем прощаться. До свидания.